Чуваки, первый видос на ютубе, и вы смотрите его. Ребята, начинаем. Короче, чуваки, сегодня мы кушаем вкусняшки корейские. Да, так, без мата, без мата. Кстати, да. Короче, минимизируем. Да, минимизируем. Со стороны очень вкусные, пиздец. Ну, они выглядят необычно и ярко, так что... Да, они супер яркие. А еще, короче, вот такие мармеладки есть. Это типа витамин С. Каждый день по одной штучке, мне сказали. А, да? Да, типа такие. Он помогает коже? Ну, типа, в целом витамин С. С чего начнем? Я предлагаю начать с вот этой штучки. Че это? Это соска. Соска? Вон у тебя такая. Как я? Да, у тебя. Нет. Нахуй. Короче, чуваки, это будет легендарно. Самый первый видос на ютубе, бля, ты представляешь? Первый. Я буду любить этот видос как первого сына Жорика. Ну, вы знаете, как я люблю Жорика. Ебать, понял, его можно, получается, на палец вот так засунуть и есть. Как ты только додумался. Здесь есть колечко. Его тоже нужно есть. Mm-mm. А, блядь. Блядь! Я на штаны себя капнул. Да я не умею соску сосать. Я был слишком маленький, когда делал последний раз это. Блин, обычная соска. Она еще, знаешь, еще прикол в том, что она неудобная. Была бы удобнее по вкусу, но обычный какой-то леденец. Да, обычный леденец. Я думал, в Корее корейский вкус будет. Обычный, супер обычный. Подожди, я не могу колечко надеть. Давай что-нибудь прикольное. Все. Чуваки, let's go. Как ты туда, блядь, как? Ты в курсе, они разных размеров? Как член. Давай, с чего дальше. Хочешь? Такое солененькое или сладенькое? Сладенькое, потому что сладенькое? Я не ел, да. Есть шоколадка? Чана. Здесь есть, короче, два вида. Из них какой-то молочный, а другой какой-то горький. Наверное, черный это горький, правильно? Смотри, он с орехами, значит, он сладкий с орехами. Думаешь? А этот с абрикосом. Давай сначала красный пол. Упаковки реально, я не знаю почему, корейский магазин заходишь, там все тебе цветами хуярят глаза. Ну у них же такой стиль, понял? Типа яркие цвета, да. Всякие, которые в глаза бросаются. Написано латте. Корея. Ну слушайте, знаете, такой молочный шоколад обычный. Да. Но, между прочим, вкусный. Да, вкусный. Бля, я бы весь схавал. Не, просто смотри, что да. Сколько еще. По чуть-чуть надо. Надо экономить место в желудке, ребятки. Вот это ты можешь сам пробовать. Я горький шоколад. Горький шоколад, хуйня. Минимизируем мат. С чего ты решил, что он горький? Где тут написано? О, да, минца ши, а ши, а? Давай начнем с чего-то узнаваемого более-менее. Есть корейский читос. По-моему, мне подруга сказала, что вот этого вкуса у нас в Казахстане нет. О, пахнет кайфово. Ну, форма еще какая-то странная. Очень прикольно. Вначале вкус какой-то очень знакомый. Не, знаешь, типа сочетание сладкий плюс такой солененький. Да-да-да. Плюс и сладость. Бля, пиздата. Не ем читос, но вот этот мне прям залетел. Соленое, сладкое и чутка острое в конце. Чувствуешь? Да, чувствую. Ну, я бы его тоже поел прям. Потому что мне нравится такие видосы записывать. Ты ешь, несешь какую-то хуйню, ну не хуйню. И все, все прикольно, все прекрасно. Вот это читос имба. Го второй сразу попробуем. Он острый, по идее, я думаю. Острый? Ну, видишь, красный. Давай. Ну, стоп. Че, острый любишь? Нет. Понюхай. Кофе пахнет. Да, кстати. Пиздец странно. Охуенно. Пиздато. Нихуево. Минимизируем мат. Да. Очень вкусно. Реально. Да. Есть такие страны, типа, где популярны определенные вкусы, которые мы, например, ни разу не пробовали. Вот как будто Корея одна из таких стран, типа. У них свои вкусы какие-то прикольные. Да, типа, да. Сочетать соленое и сладкое, у них же такое любят, по сути. Ну слушай, все, что я сейчас поел, было очень вкусно. Да. И в принципе я бы ел это все на постоянной основе. Всю жизнь. Что это у нас? Это какие-то обычные чипсы. Они лопнули, пока вы снимали кружочек в Телеграм. Я, наверное, сейчас ставлю на монтаже. Эти похуже. Да. Просто да. Соль. Вкуса вообще нет, просто соль. Ну знаешь, хоть и просто соль, оно бы типа зашло бы как закуска, типа к фильму, понял? Не, прикольно в целом. Читос был лучше, чем это, честно говоря. Давай вот это. Вот это? Давай. Че это? Это печеньки, бро. Чоко называется. Блять. Воу. Мне нравится запах. И форма. Как яйца. Ты потом обрежешь на монтаже, типа яйца. Да-да. Чуваки, вот такие штучки, как печеньки, но внутри там как будто нутелла, типа. Охуенно. Не, помнишь, были такие грибочки в детстве, мы ели? И там башка у них смазана. Да, башка. Это вообще не похоже. У этих грибочков
Там шоколад не очень был. А вот здесь прям нутелла, типа, пиздатая. Да не, мне кажется, они одинаковые. Я так не считаю. Мне пох. Лайк. Go дальше. Луковые какие-то кольца. А, не, не луковые. Короче, кольца, колечки. Ты вообще хаваешь чипсы? Да, вот вчера ел. Я вообще чипсы не хаваю. Чтобы ты понимал, по-моему, когда мне было 13, я ел на постоянной основе, прям каждый день, прикинь, вот такие чипсы, блядь, и еще с колой. И потом моему животу, конечно, пришел пиздец, и потом я завязал. Правильно питание. Что-то не хватает. Хуйня какая-то. Из-за того, что мы первыми попробовали читос, на вот эту планку задрали. Да, охуенно чипсы. Прям. Да. А здесь ненасыщенный вкус какой-то. Такой есть. В целом, нормально. Знаешь, они как будто очень дешевые. Когда денег нет, можно купить. Да, да, да. Ну, типа, скорее всего, читос дороже, чем все эти. А это что? Это мармеладки. О. А вот это убери, пожалуйста. Нет. Пошел нахуй. О-о-о, прям супер насыщенный виноград такой. Не, я сначала подумал, что это вино, блядь. Сначала. Да! Чем-то на вино тоже. Да, похоже. Да. Он, наверное, супер сладкий. Прикольно. Угу, не супер сладко. Не ядрено. Виноград тема. Чуваки, да. Виноград, мне кажется, это одна из лучших ягод, типа. Ты какие ягоды любишь? Кишмиш. Хорошая махаши. Кишмиш, так и называется. Не знаю, не слышал. О, мне интересно, это что за... Это что за ПП-пакет? Как будто здесь что-то очень полезное. Но, скорее всего, это просто упаковка такая. Давай, мусор. А, понял, это типа чупа-чупсы, но без палочки. Блять, это гениально, нахуй. Это называется леденец. У этого есть название же. По идее, вкус персика должен быть, но вкус такой ненасыщенный, прям где-то далеко, знаешь. Китая, да? Да, в Корее. Чувствуется сахар. Но персик как такового особо нет. Ну, мне не особо зашло, потому что, блядь, вкуса очень мало. Шутка ни о чем. Давай вот это. Прям какое-то странное, необычное. Какой-то круассан, знаешь? Да, типа чипсы в виде круассана. В целом пока вкусно. Но читос самый разъеб был. Да, да, согласен. Бля! Ты представь, как под чай залетит? Чай под был... чай просто охуенно залетит. Под чай или под чай? Под чай. Это очень, очень вкусно. Да? Реально. Я даже не знаю, как это описать. Посмотри, это видео на форму еще. Да, да, он такой пропитан весь шоколадом такой штучкой. Бля, это получается чипсы со вкусом шоколада. Да! Это за сладкие чипсы, чуваки. Очень-очень вкусно. Так, давай вот эти сладкие штучки попробуем. Какой будешь вкус? Давай лимон. А, это как полоски, понял? Такие полоски в детстве же были. Кислое, охуенно. Очень кислое, да. Чуваки, вы же тоже любите вот эти кислые мармеладки? Ты любишь? Если бы я учился в школе, я бы такую штуку каждый день в школу покупал. Думаешь? Да, вайб школьный, знаешь. Это очень кисло, очень сладко, очень вкусно. Лайк. Я бы такое, наверное, каждый день не ел, потому что... Я просто не люблю кисло. Я уверен, много сейчас кто смотрит, любители кислого. Ты пробовал такие жвачки, которые ты ешь, у тебя просто лицо... Вот так. Ну, как у меня сейчас, блядь. Да, да. Охуенно. Это еще кислее, блядь. Так, следующее. Какие-то печеньки для детей. А, нам похуй. Ебать! Чисто пузо. Они напоминают мне тампоны. Вот такие печеньки, они с чаем всегда. Ты типа итоговую картину видишь. При сладости же не едят сухомятку обычно. Чуваки, сейчас мы будем есть пингвина. Ну, чуваки, что я могу сказать? Обычные печенья, но форма только другая. Это такие сухие печеньки для детей, чуваки. У меня брату в детстве нельзя было сладкое. Вот он такие хавал. Особо без сахара, но вкусные. Кстати, у нас будет следующий видос, как мы пьем корейские напитки, чуваки. Потому что я купил слишком много продуктов, как оказалось. И на один видос это все не хватает. Не, давай вот это что-то. Черепашка-ниндзя. Черепашки-ниндзя с нами. Донателло скатился и стал амбассадором. Запах сначала. Странный запах, да? Угу. Что-то вроде сладкое, вроде соленое, не понятно. Понял, это напоминает Чипопай. Не. Да. Непонятно. Неоднозначно вкусно. Да, вообще неоднозначно. Что-то есть крабовое, а что-то сладкое есть. Типа, непонятно. Совместили как-то. Неоднозначный вкус был сначала, но сейчас, когда ты ешь, как это говорится, постоянно, сейчас. В принципе, вкусно становится. Вот сейчас уже залетает прям. Угу. Кайф. Это выглядит как чипс за 30 рублей, да, как будто? Все, кроме читос, почему-то выглядят очень дешевыми. Да. За исключением вон сладких вот этих с шоколадом. Как ни странно, очень вкусно. С лучком, понял? Просто лук, чуваки, просто лук. Сладенький такой. Они везде сахар добавляют. Что бы ни было соленым, всегда сахар есть все равно. На вкус вкусно.
Почему у нас не делают со вкусом луком? Вот это реально нужно завозить в Казахстан. Что осталось? Давай вот это. Чипсы, давай чипсы доедим. Ну-ка. Что за вкус? Бля, просто соль тоже. Да, даже соли нет. Да, чуть-чуть соли, сахара нету. Обычные чипсы. Заебись. Вот эта вот дешманская какая-то штука, заебись. Мне не очень. Мармеладки с витамином С. Как мне сказали, их нужно каждый день по одной штучке, по-моему. А если разом запихнуть все в рот? Передоз. Вот ты даже чувствуешь запах витамин С-шный. Тебе нравится запах витамин С? Запах, знаете, немытых носков. Мне нет, кажется. Ты что гонишь? Это сладкий запах. Просто он такой аптечный чутка. Ну вкус и консистенция, пиздата. А тут их немного. Тут их штук 10, наверное. А, здесь 1000 миллиграмм витамина С, прикинь? В одной такой хуйне. Либо я напиздел, я просто увидел 1000 и такое. Это 1000 миллиграмм. Лайк. Я думаю, такая штука залетает, когда болеешь, типа. Когда болеешь, же нужен витамин С. И следующие у нас две упаковки ток-поки, которые, внимание, делаются за одну минуту в микроволновке. Сейчас мы подогреем и вернемся, чуваки. Чуваки, мы приготовили вот эти ток-поки. Оказывается, они делаются не в микроволновке, а просто кипятком заливаются. Ну, нам так объяснили на стриме, чуваки. Тоже налью. Блять, ну тут какая-то кашица, чуваки. Как будто так не должно быть. Честно говоря, как будто норм. Вообще безвкусно. Походу мы неправильно сделали. Да, ну давай микроволновку захуярим. Мы попробовали в микроволновке, да, но они стали помягче, кстати. Появился? Да, вообще нет. А как? Как их делать вообще? Мы все попробовали, чуваки. Как будто бы, знаете, я ем резину. Мы по-любому что-то неправильно сделали, потому что тут вкуса вообще нет. Я не знаю, они должны быть такими или как, но вкуса я вообще не ощущаю. Понял. Короче, ребят, с ток-поки мы обосрались. Еще просто обосрались. Да. Спасибо, что поддерживаешь мои шутки. Короче, ребят, наш самый первый видос на ютубе подходит к концу. Я надеюсь, у нас хватит сил продолжать записывать на YouTube. Давайте, чуваки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делайте мемы, нарезки в ТикТок. Хэштег Сослан всегда прав. Подписывайтесь на телеграм-канал. Давайте, ребят, всем пока. Люблю, целую, обнимаю, чуваки. И на прогиб бросаю.